Всем привет, ребята. Нападало мне тут с бесплатной прокрутки колеса пару скинчиков. Ну, чтобы вывести, там надо было определенные условия по балансу сделать. Закинуть немного на счет. Ну, я вот воспользовался промиком на 40%, закинул 750 рублей. На балансе он косарь. Ну и покрутим так ради удовольствия. А, дешевые кейсы. Посмотрим вообще, что может там с дешевых кейсов насыпать. Есть тут один кейс, называется «Сорви куш». И вот хочется все-таки, да, мне сорвать куш. Посмотрим. Сейчас откроем его сразу. Вот на 5 раз. Обычно откроем. Что же тут вообще может выпасть сегодня с него? А, ну, стандарт, да? Наклейки и всякая херня. На двадцаточку, поняли, выпало. Окей, давайте попробуем бесплатный поюзать. Тем более, что там есть. Растянем удовольствие. Помедитируем. Посмотрим, что там сыпанется. Синька алоха какая-то херная. Сколько она там стоит? 6 рублей стоит. Ну, давай еще разок. Алоха. Давай, с первого кейса, если нож выпадет, я, конечно, в трансе буду. А нет, еще какая-то синька, калаш 112. Ну, это уже поприличнее там, да? Чем за 6 рублей лоха. Кому-то юспик он сыпанул. Доктор Романов. Ну, такое у меня есть. Ну, тоже, в принципе, нормасто с это. Три сотки с бесплатного кейса. Так, что здесь с этого? Откроем также обычно, посмотрим, чем второй кейс порадует. Билетами прям суперово за 43 еще есть открыт. Что еще есть, что ли? Что-то как это вот. А, доктор Романов, рентген, сколько ты? 35 рублей. О, и еще попытка есть, да? Прикольно, по три попытки каждого кейса, что ли? А, ну как без грозы-то обойтись? Гроза не выпадет, день не удался, значит, да? Все. Так, третьего кейса у меня нету, потому что тут надо до косаря докидывать, не хочу я это делать. Так, фри. И что же тут мне упало? Так, доктор Романов, так, что мне? Нет, вот в контракты. Вот этот шлак весь, ну, серый шлак, вот это закинем, береты и рентген. Ну, давай посмотрим, что-то там, сколько у меня, на сколько рублей, на 200 было, за 120 глок какой-то выпал. Ну, в принципе, тоже нормас. Так, ну-ка давай тогда вот глок, вот это и P50, P50. Ну, а чё ты выбрал-то? Чё я их выбрал? А вот. Так, создать контракт 238. Ну, посмотрим, что из трех предметов сыпанет. Слабо верится, что путня, конечно. 72 Галиль. Нет, не нужна ты мне Галиль. Ну-ка, Галиль в апгрейды, если погнать стоимость. Ну давай от сотки бомбанем, что тут может. Калашик какой-нибудь бы, то спецов я своих уже там скинчики им навыбивал, а вот террористу калаш никакой путь не выбить не могу. По-моему, за сотку, наверное, калашей-то нету, да? За 150. Всякая хрень. Скар. Ну, скары есть. Давай вот эту попробуем. То есть сколько шанс? 60%. Глянем. Как работает 60% шанс вообще у нас? Хуево работает 60% шанс. Франклин. Ну давай еще раз попробуем. Вот эту хрень. Не, ну в принципе, если сейчас мы сольем, то потом есть вероятность, что это зайдет, да? 60% снова шанс. Ну давай. Тут зайдет, скорее всего.
Да, это зашло. Окей, зашло. Так, ну-ка, вот этого вот доктора Романова. Так, что тут? Нет, зачем мне от сотки? Давай от 500-ки посмотрим, что есть. От 500. МК. Есть какой-нибудь калаш-то от 500-ки? АК, СГ, МП. Что-то не... А, вот, вижу какой-то калаш за 537. Какой шанс у него тут? 52%. Ну, погнали. Чё? 52%. Либо даст, либо хуй даст. Понятно. Так, солилося. Так, чё, давай сюда. Крутанём. Сорвикуш. Где тут наш сорвикуш? Кейс бомжа. Гравировка. А вот сорвикуш. Пам. Чё, давай 5. Срываем. Срываем куш. Блудспорт. Ну, это хуйня дешевая. 337 стоит. Ладно. Попробуем еще. Давай. Открываем обычно. 5. Ну, тут либо серая херня, либо, блядь, блудспорт падает. Картекса. Картекс, по-моему, хорошо стоит, да? Ну, тоже хуйня. Это извилины. Ну, такое у меня есть. Не, ну, в принципе, так-то. О, блядь, нахуй я вышел. Давай еще куш. Где куш? Вот. Ну, давай еще. Так, сколько там? 5 хватает? Хватает. Не, ну я все-таки хочу калашик себе скрафтить. Ну, тут залупа, да? Серая. Залупа серая. Так, давай в контракты опять всю серость. Вся серость какая есть. Сюда. Готово. Что это за полтинник, если даст это за 6 рублей? Херня, давай еще разок. Вот это. Эти пока... Буспорт, эти пока я не буду трогать. Подожди, а где этот пистолет долбанный, который? А, вот он ты появился. За десятку тоже. Вот так это мы, короче, продадим. Неинтересная херня. Так, что тут доступны для продажи? Это тоже продать. Ты не нужна. Ага. О, так. Та-та-та. Интересные штуки. Ну, вот сколько? Вот это вот мне выпало. Вот это. То есть сейчас я пока что еще не окупился. Ни хрена не окупился. А есть какой-нибудь вообще тут самый дешманский, интересно, какой-то кейс? Какой-нибудь такой, знаешь, еще бичевский, там, чтобы копейки там стоил. Сколько тут? Какие? О, ширпа кейс есть. Давай лучше. А это сражение опять-то, блядь. Так, а вот от этого до этого. За 6 наши сборки. Не, ну вот есть такой ширпокейс. А, ну вот тут 5. Ну сразу 10. Давай, ширпокейс. Порадуй. А, ну как бы. Ну, радости полные штаны, да? Херня всякая за 33 рубля продаем. Сколько тут на 10? Ух ты, на 10 хватает, да? Давай. Десятка ширпокейса. Ну вот на ножах останавливайся, хуль ты, блядь, крутишься дальше. Чё опять тут за 30 рублей шлак какой-то, да? Это только на 5, да, хватает? Ну давай на 5. Чё ты вот, сложно тебе на ножах остановиться. В коллекцию ножи нормально будет. Еще какой-то шлак за 18. То есть это 3 кейса. Но он мне так медленно такой чух-чух бородит на слив. На слив. По чуть-чуть такой дает. Ну вот 3. 3 продать все. Ну тут на 2 хватает, да? И далее. То есть там еще 3 рубля на балансе. Продаем на 1.
Не, в принципе, если сейчас вот все, что там есть, продать, то продать. То можно попытаться что-нибудь, конечно, выбить. Но мне вот интересно в апгрейдах что-нибудь запилить. Так, вот из вот этого. Есть там какой-нибудь за 200? Калаш за 200. Калаш за 200. Чё? Ага, тут за 1000 стоят. Калаш. Рубрика называется «Калаш за 200». Ни хера не вижу калаш какой-нибудь. Так, и чё тогда? Калаш за 200. Ну, этого нет. Ну, давай вот эту попробуем. 47. Ну, заметьте, то есть на 50 не залетало. Сейчас посмотрим, как на 47. Ну, и на 47 не залетает. Окей. На 47 тоже не залетает. Давай еще разок. Так, что тут? Вот эта у меня штука есть. Блять, она вот, интересно, стартрековская или нет? Вот как понять вообще она? Какая она? Стартрек она, не стартрек, блин. Это из какого кейса выпало? Кейс. Что? Ну хотя за 230 она не может быть стартрековской. То есть за 230 она как бы стартреком не может быть. Поэтому... Так, чё 230? Ну, давай от 300 посмотрим. А чё ты ничего не показываешь от 300? Ничего нету, что ли? Есть, так, за лобные даймы. Калаш, калаш, галиль. Галиль, хамелеон, есть. Интересно. Что-то нету калаша. Короче, сделаем туда мы вот так это все. Вот это все мы продаем. Продаем. Как бы они мне не интересны там, да, 970 рублей продаем. И идем. И идем просто фармить бичевский ширпокейс. Мы идем фармить фарм, а подожди, USP топ фарм топ ножика. А интересно, что здесь? Ага, ну тут, блять, давай. А тут 100, ну вот по 10 там, да, открыть обычно, посмотрим. А тун 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 тун. Ну, понятно. Херня, короче, какая-то. Так, ну, гоняем ширпокейс до талого. Сколько это получается? По 60 рублей, там 15 открытий там, да? Ну вот и посмотрим. Сколько там с 15 ширпокейсов? 41. Ну, там если что-то выпадет дороже полтинника, то есть я это оставлю, все остальное будем продавать. Просто кайфовые кайфы растягиваем. Блять, по 10 смотреть неудобно совсем. Продать. Как тебя там отдалить-то, если чтоб 10 сразу видно было? Вроде видно сразу 10, да? Ну, тоже видно. Видно, как породит. Ну, ножички, ножички. Хрен тебе, а не ножички, да? Давай дальше. Ну чё ты? Не можешь на ножах остановиться. Щирпа. Давай. Гоу, гоу, гоу. Ну тут синяя какая-то USP-шка хоть. А, ну все равно 49, что операция 23 ни о чем. Синяя это ни о чем. Фиольная там, красная. Сколько? 30.
Давай, давай. Ширпокейс. За 20 упало. Ширпокейс. То есть что тут ожидать? Ну-ка. Надо, наверное, пару раз открыть быстро. Попробовать. Ну вот, стой, 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 блядь, стой. Ну вот, ага. Хера вам, хера вам. Открыть быстро. 55. Ну, ни о чем. Давай еще разок. 79. Вот тут окупились, а там, да. Ну-ка, давай еще разок. 26. Тут хрен. Еще разок. 41. Давай еще разок. 39. Давай. Сейчас так пооткрываем еще. То есть, в принципе, тут идет слив, только слив такой, знаешь, медленный идет, да? Медленно сливает. Медленно, медленно, медленно. Но нам здорово было бы мне там. Даже мне, если такой выпал бы, я обрадовался. О, ну тут какая-то вообще шля. Еще будет что-то. Что-то приличное. 67. Фу, я думал, ты хоть, блядь, полтинник стоишь. За 67. Ну, кейс окупился, 10 кейсов там, да? А так вообще, в принципе, говнище какое-то попало. А тут тоже, ну, понятно там, да? Не тех кровей мы, чтобы падало что-то путнее. Сейчас надо будет еще, наверное, парочку раз быстро открыть. Что-то синяя какая-то была херня там, да? Тут 46, ну, не дотягивает. Ну, кейс, по крайней мере, окупает. Давай откроем быстро. 80 рублей. 40. Опять тигр там падает, да? Давай еще разок. 35. Ну, это фигня. Еще разок. 23. Фигня. Давай попробуем по 5. То есть можно ли вообще что-то с ширпокейса выбить путнее? То есть пока что. Пока что. Я не помню, в прошлый раз крутил, по-моему, что-то. Ну, ширпокейс я, по-моему, в прошлый раз не крутил. То есть так что там не оттуда мне скинчики падали. Может, какие там это для апгрейдов, там для контрактов оставить. Тут оставлять-то нечего, что тут? Либо просто на балансе пробовать что-то скрафтить. Там, да? Либо. Сто пятнадцать. Вот здесь какой-то приличный выпал. То есть два вот этих выпало. USP-ночные операции. Ну, окей. Вот их мы оставим для апгрейдов там разных. А, медленно, быстро надо было открывать. Давай еще быстренько. Оп, 14, 9, 29, 4, прям вообще 4 рубля там, да. Давай еще 12, 79, что-то опять выпало. Так, вот эту вот продать, продать. 90 копеек какая-то фигня там выпала стоит. Давай еще раз. 5 рублей. 36, не то. 6 рублей. 11. Еще давай вот 17. Это ботва какая-то. 12. 29. 19. Ну давай еще помедитируем.
Помедитируем. Помедитируем. Так, у меня есть три этих, так, апгрейды, которые там по 40 рублей. Ну, давай 40 и от 200 смотрим. 200, что ты мне это показываешь? Аук, бизон. Ну, вот с таким шансом. Окей, понял. Понял, принял. Понял, принял. Так. Кардиофамас. Фамас, фамас, фамас. Давай вот это попробуем. Давай. А, ну, 20% шанс тут. Хер тебе, как даже не дотягивает. Окей. Давай еще разок, только тут уже что-нибудь. Давай от 150 возьмем, посмотрим. Револьверы нахер. О, давай. Бог червей. И вот это, 43. Слабо, конечно, верится, да, что на 43 зайдет. И правильно делается. Все, все мы знаем, чем это заканчивается. Изи дроп. Так, ну-ка, а что есть тут такие от 20? Наклейки случайно армейская. Кому ж случайно армейская тут что даст? Синьку какую-нибудь. Так, 5, 10, 5, 5, давай. Случайно. Ну, тут одна синька, по-моему, да? То есть ни хера другого нету. 5 рублев. Опс, давай. Рублев. Интересно, если этот бомжовский ширпакейс по просто фастиком поюзать. Подожди, а что за 3 сентября? Здесь-то что? А, здесь это, блядь, фамос, всякая херня. О, не ф... Ту-ту. Давай. Оп. Продать. Еще раз. Продать. 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 За десятку. Окупилась одна. Продать. 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 16. Почти 3 кейса. Продать. Опс, ничего себе, прям. Оу, все, опять минус, минус, минус. 7. Так, давай, оп. За 7. 10, так вот. Ту-ту-ту-ту. Тут-ту-ту-ту. Ну, серая, хуй тут видно, сразу серая ко мне идет все. Чего тут другого-то не может быть. 42, на 10 хватает, хватает. Погнали. О, ну тут Desert Eagle какой-то, да, хоть что-то. А, еще какая-то Franklin 184. И что в итоге? 258. Подожди, а это что у меня там? Ну вот. Вот это мы продать, это продать, Desert Eagle, это продать, P50 Franklin, это продать, это продать. А, тут вот два вот этих вот, качество, наверное, разное, цена разная, пиксельный камуфляж и
М4. Ну вот это продать и, соответственно, вот это продать. Так, это мы продаем. Сколько там? 61. Ну давай еще раз пробуем. Пробуем еще. Пробуем. Ну тут нет, опять какой-то Desert Eagle выпал за 19.55. Так, это продать, 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 продать. 26. Пробуем еще. На 5 не хватает, на 4 хватает. Давай быстро. 11. Продаем. Хватает на 2. Открываем быстро. 4. На 1 хватает. Ну давай, слюнки пустим. Тащи, тащи, ага. Хрен нас два. Так, что у меня тут есть? Нужен ли он мне? Так, это доступный. Продаем все. Давай, продаем. И дальше дрочим ширпокейс. И дальше мучаем ширпокейс. Быстро. 26, 5, быстро. 39, 21 за 8 рублей. Сколько там еще? 11, 10. На 3 открытия еще есть. 20 и еще 20. 27, тридцатник, десятка, все, все, 22, 24, вот так. Пум-пум. Продать все, один, открываем. Ну, смотрите, если, в принципе, те пушки забрал бы, то, ну, то, что закинул, то есть, в принципе, бы окупилось там, да? Можно было вывести. Получается, ну, что? Главное вовремя остановиться. Хотя у меня тут не было там цели на вот на тех скинах останавливаться. Мне все-таки интересней что-то поприятнее выбить. То есть, с дешманского кейса, то есть с минимальными там втратами, да, то есть, ну, выбить там что-то поприятней. Ага, тут на 2. Ну давай. Еще как бы такой затравочку вот оставляет. Ну, хотя уже понятно, что хер что даст. Сколько тут продать? Ну все, тут ни на один кейс не хватает. Ну, все сами видели, да. Получается, сайт у меня. Аккаунт, вернее, у меня не раскрученный, нигде я не распиаренный. То есть какие шансы бывают? То есть какой вот первый там ролик, там то, что падало. Ну, там, конечно, другая сумма была, другие кейсы. И что падало с этого кейса. Ну все, ладно, ребята. Всем пока, до новых встреч.